Праздник для настоящих ценителей шоколада. На выставке «Образование. Наука. Бизнес. 2017» у самарской кондитерской фабрики «Рубиновый ковчег» самая сладкая экспозиция. Поражающие воображение фигуры из шоколада, знакомая с детства сливочная помадка и, конечно же, любимые конфеты. Вот с белой начинкой вкусная, очень понравилось. Ну, я любитель вообще конфет. Ем каждый день почти. Я сейчас попробовала шоколадку горькую, потом с горьким шоколадом. Попробовала черный шоколад с вишневой начинкой и молочный шоколад с орехом, ну, в общем, с лесной начинкой, вот. Ну, мне, наверное, больше всего понравился молочный шоколад, ну, потому что он как-то слаще и с орехом. Горький шоколад, он тоже был вкусный, такой разнообразный. Ну, здорово было попробовать что-то разное. «Рубиновый ковчег» – самарская фабрика по производству конфет. Сладости здесь делают из натурального сырья по проверенным рецептам. Главные ингредиенты – качество, традиции и вкус. На данной выставке мы представляем новые конфеты премиум-класса. Это вишня в шоколаде, это сочетание горького шоколада и вишенки. Лесная сказка, сочетание молочного шоколада, нежной молочной начинки, лесного ореха. И триумф. Это набор из 5 конфет разных. На нашем предприятии мы постоянно работаем над качеством нашей продукции и увеличиваем ее объемы. Выставка продолжит свою работу до 25 ноября включительно. Анна Ивахина, Андрей Авдеев. Новости губернии.